Namaste Sarasati Devi, Gauravani Pracharini, Nirvishesha Shunyavadi Prasthya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're having Russian translation here. Yeah, Chinese translation. На прошлой неделе у нас были прекрасные праздники. Конечно же, в первую очередь, это Рама Навами. Примерно неделя прошла уже с праздника Рама Навами. В Дели, Мумбаи. Праздник Навами очень большой, но в Бенгалии он не столь популярен. Так или иначе, мы всегда празднуем этот фестиваль, потому что для нас это важный день, который отмечен в вайшнавском календаре, и этот день мы отмечаем. В Лагу Бхагаватамрите утверждается, что кроме Господа Кришны, две аватары очень важны. Один — это Господь Рама, и второй — это Господь Нарисимха. Поклонение Господу Раме очень популярно, по всей Индии происходит. Особенно в северной части. Господь Рамачандра явился в Айодхе, которая находится недалеко от Врин,
от Наймишарани. Лилы Господа Рамачандры описаны в Рамайне, авторитетной Рамайне, это Вальмики Рамайна. К сожалению, люди, люди больше знакомы с книгой Туласи Даса о Господе Рамачандре. Но Прабхупада сказал, что на самом деле авторитетная версия лил Господа Рамы — это Вальмики Рамайана. Двадцать четыре тысячи стихов в Шримад Бхагаватам, 18 тысяч стихов, тогда как в Рамайне 24 тысячи стихов. So each 1,000 slokas. Каждая тысяча шлок называется с different letters from the с одной из букв Брахма Гайатри Мантры. Там есть 24 звука. 24 буквы Брахма Гайатри Мантры. И каждая тысяча стихов начинается с одной из этих 24. Это определение того, что Рамайна является подобной Брахма Гаятри, это медитация на Верховного Господа. Господь Рамачандра появился в Трета-югу, он является лила-аватарой, он не юга-аватара, он лила-аватара. И его цель прихода для того, чтобы показать лилы идеального царя. Когда он явился в то время, вся планета, на планете было очень много ракшасов, и также был демоничный царь Равана. Он, его очень сильно боялись даже полубоги. Равана был настолько могущественный. Говорится, что когда пришел слон, Индра и напал, он сломал свой бивень о грудь Раваны. Равана считал себя таким могущественным, что никто не мог противостоять ему. Он был так горд, что он даже не хотел какие-то благословения для защиты от человеческих существ. Он подумал, что люди, да, они недостаточно могущественные, мне никакого благословения не надо, чтобы защитить себя от них, поэтому, потому что они ничего не могут мне сделать. Понимая эту гордость Раваны, Господь пришел в человеческой форме. Он родился в семье великого царя Махараджа Дашарадхи. У Махараджа Дашарадхи было три основные жены: Каушалия, Сумитра и Кайкеи. Махарадж Дашарадха долгое время не мог зачать ребенка. В конце концов, его благословили.
четырьмя сыновьями. Господь Рама явился из лона Каушали. Бхарат родился у Кайкеи. Лакшман и Шатругна были сыновьями Сумитры. Четыре брата, они считались Вишну Таттвой. Они были так же хороши, как Верховная Личность Бога. Точно так же, как Господь Кришна, Он явился с разными членами семьи, все они также являлись Вишну Таттвой, такие как Прадьюмна, Анирудха, все они тоже были Вишну Таттвой. Господь Рамачандра вместе со своими братьями, они росли как сыновья Махараджа Дашаратхи, они были обучены военному искусству. В какой-то момент Вишвамитра пришел в дом Махараджа Дашаратхи. Когда Святая Личность приходит к вам в дом, вы должны думать об этом как о благословении. Но в то же самое время мы должны понимать, что иногда они приходят в наш дом с какой-то целью. Они хотят получить что-то. Поэтому вы должны быть осторожны. Если собираетесь принимать дома святого человека, вы не знаете, что они могут попросить у вас. Так или иначе, Махарадж Дашаратха, для него это было почтением принимать Вишвамитру, и он омыл его стопы и прославлял его. И он сказал, все, что ты бы не приказал мне, я сделаю. Как я могу служить тебе? Пожалуйста, скажи мне. Вишвамитра, он был очень доволен. Он прославил Махараджа Дашаратху. Он говорит, очень благочестивый царь, очень благородный, очень щедрый. Он сказал, я пришел, мне кое-что нужно от тебя, мне нужно от тебя пожертвование. И Махарадж Дашарат сказал, да-да, все, что хочешь. Все мое богатство, все твое, все, что хочешь, можешь забирать. Мое царство, все твое можешь использовать. Но Вишвамитра сказал, не-не, я хочу только твоего сына. Конечно, это была последняя вещь. Это была последняя вещь, о чем хотел услышать Махарадж Дашаратха. И он очень сильно обеспокоился. О, хочешь моего сына? Зачем тебе, Рама? Зачем тебе мой старший сын? Он же просто мальчик. Зачем он тебе нужен? Вишвамитра сказал, ну, знаешь, там ракшасы, и мне нужен твой сын, чтобы он пошел и убил их. Когда Махарадж Дашаратха услышал, он сказал, нет, мой сыночек, он такой маленький мальчик, для него это такая опасность. Лучше я пойду, давай я пойду вместо своего сына. Махарадж Дашаратха сказал, что мой сын, он
So Maharaj, Vishwamitra, и Вишвамитра, он немножко разгнелся, он говорит, послушай, ты мне пообещал, что дашь мне все, что бы я не пожелал. А теперь что, слова обратно забираешь? Когда ты даешь слово святому человеку, теперь собираешься свое слово обратно забрать, это будет очень неблагоприятно для тебя. И Махарадж Дашарат, он просто затрясся, что же делать? Пожалуйста, ну все что угодно проси, кроме Рама. Давай я с армией пойду, всех ракшасов выгоним. Но Вишвамитра, он сказал, что нет. Единственный, кто может пойти сразиться с этим ракшасом, это Рама. Вишвамитра сказал, да ты не должен беспокоиться. Я собираюсь дать ему все мантры, все оружие, чтобы он мог легко убить всех этих ракшасов. Вишвамитра сказал, я могу и сам убить ракшасов, но я браман. Я не должен убивать. It's the duty of the kshatriyas. Это обязанность всех кшатриев убивать этих негодяев. Махарадж Дашарат сказал, тогда я пойду, я сделаю. Но Вишвамитра сказал, ну нет. Мне не нужно, чтобы ты это делал. Мне нужно, чтобы сын твой пошел и сделал это. So Maharaj Dasaratha, Maharaj Dasharatha, он должен был исполнить желание Вишвамитры. So Ram went along. Рама отправился вместе с Лакшманом, потому что куда бы ни шел Рама, Лакшман всегда сопровождал его. Бхарат всегда был шатругной. А Рама всегда... А Лакшман всегда находился рядом с Господом Рамой. Лакшман вместе с Господом Рамачандрой отправились вместе с Вишвамитрой в лес, в джунгли, где было много ракшасов. И первый ракшас, которого они должны были убить, это была женщина. Это была очень демоничная женщина. Она была очень греховная. Она убивала и съедала много невинных людей. Она жила в этом лесу, и в этом лесу все было мертвым. Все деревья, все растения, все в ее присутствии умирало. Господь Рамачандра с помощью оружия, которое дал ему Вишвамитра, он убил эту ракшаси женщину. Они также убили несколько других ракшасов. А затем Вишвамитра захотел взять Господа Раму вместе с Лакшманом и пойти с ними во дворец Махараджи Джанаки. Мы были на сафари, и мы ходили в Ситамари, там, где родилась мать Сита. И недалеко от этого места, примерно в 20 километрах, находится Джанакапур.
Там у нас есть храм ИСКОН в Джанакапуре. И преданные сказали, когда мы приехали в Ситамари, преданные приехали из Джанакапура, чтобы быть вместе с нами, и мы там провели фестиваль Санкиртаны. Махарадж Джанака, у него дома находился лук Господа Шивы. И этот лук могли поднять только 200 человек. Для того, чтобы просто сдвинуть этот лук, требовалось 200 человек. Но Махарадж Джанака, он заметил, что его собственная дочь Сита, она могла просто взять и поднять этот лук сама. Махарадж Джанака, он подумал, что если моя дочь выйдет замуж, то она должна выйти замуж за мужчину, за человека, который равен ей. Если качества мужа и жены, если они не совпадают, тогда будет очень сложно для них совместимостью. Когда муж и жена оба серьезные в сознании Кришны, тогда они могут очень хорошо прогрессировать в сознании Кришны. Точно так же Махарадж Джанака, он подумал, что моя дочь, так или иначе, у нее есть божественная сила, она может поднять этот лук Господа Шивы, для которого требуется 200 человек, чтобы его поднять. Если она выйдет замуж, то она должна выйти замуж за того, кто, по крайней мере, может этот лук тоже поднять. И это объявили, и сказали, все, кто хочет жениться на дочери Махарадж Джанаки Сити, они должны прийти, поучаствовать в соревновании, показать свое искусство и поднять этот лук Господа Шивы и натянуть эти лукы. Но не так много великих людей пришло, но даже среди них никто не смог этого сделать. Вишвамитра, он пришел вместе с Лакшманом и Рамачандрой, и Господь Рамачандра пришел, и он поднял лук, и он, натягивая тетиву, он сломал этот лук. Увидев могущество Господа Рамачандры, Махарадж Джанака, он тут же привел Ситу и предложил Ситу в жены Господа Рамачандры. Мать Сита — это богиня процветания. Она — вечная супруга Верховной Личности Бога. Ее часто назвали Джанаки, дочь Махараджа Джанаки. В Ситамари мы видели, там все очень преданы Господу Рамачандре и Мадушке Сити. И месяц после Рамнавами, после явления Господа Рамачандры, проводится празднование дня рождения Мадушки Сити. Там у них очень большой праздник проходит. Господь Рамачандра, он сломал лук Господа Шивы.
Это немножко проблем доставило, когда он возвращался в Айодью со своей женой. Его встретил разъяренный Господь Парашурама. Парашурама — это тоже Вишну-татва. Он 21 раз убил кшатриев. И когда он увидел этого царя кшатрия, который пришел в Самалу Господа Шива, он так разгневался. Он сразу не распознал, кем был Господь Рамачандра. И он выступил против Господа Рамачандры. Он достал лук Господа Нараяны и сказал, что «Покажи, кто ты есть, если ты сможешь, то возьми этот лук Господа Нараяны». И Господь Рама, конечно же, он просто взял этот лук Господа Нараяны и улыбнулся. Парашурама, он понял, кто это, и предложил свои поклоны Господу Рамачандре. Господь Рамачандра, он привез свою жену в Айодью, и там он наслаждался семейной жизнью. В то время как Господь Рамачандра женился, все три его брата тоже женились, и у каждого было по жене, все они наслаждались семейной жизнью. И с течением времени Господь Рамачандра во дворце происходили различные интриги. Бхарат и Шатругна, они отправились увидеться. Бхарат был сыном Кайкеи. Кайкеи, ее отец, жил в другом царстве, и Бхарат и Шатругна, они отправились туда, чтобы встретиться с отцом Кайкеи. Кайкея была младшей женой Махараджи Дашаратхи. У него было три главных жены. Еще много других было. 360 других жен еще было. У Кришны было 16108 жен. 8 главных жен. И младшей женой Махараджа Дашаратхи была Кайкеи, так что она была младшей. У него было больше любви и привязанности к этой младшей жене. И так случилось, что у Кайкеи было благословение от Махараджи Дашаратхи. Она ранее помогла своему мужу, когда он был на поле битвы. Она спасла его. И в то время Махарадж Дашаратха почувствовал себя в долгу перед ней и предложил ей благословение. Кайкеи сказал, сейчас мне ничего не надо, может быть, в будущем, когда мне что-то понадобится, я тебя попрошу. И
этот факт был известен одной злобной служанке, которую звали Мантара. И эта служанка, она осквернила ум царицы Кайкеи. Знаете, в семейной жизни всегда есть трудности, всегда интриги какие-то, политика. Даже если вы верховная личность Бога, и даже если ваша жена богиня процветания, все равно могут быть проблемы. И так случилось, что Махарадж Дашаратха, он решил, что он хочет короновать Господа Раму, старшего сына, что тот должен стать царем. Но когда Мантара услышала, она побежала к Кайкее и сказала: «Кайкея, это очень плохо для тебя». Твой сын не займет никакого положения, Рам будет царем, а у твоего сына не будет никакого положения. И тобой тоже будут пренебрегать, никто не будет заботиться о тебе. Поэтому ты должна что-то сделать, ты должна защитить себя. У тебя есть благословение от своего мужа, используй эти благословения. Первое благословение. Скажи, что ты хочешь, чтобы твой сын Бхарат стал царем, а не Рама. А второе благословение — пусть Рама уйдет и живет в лесу на протяжении 14 лет. Кайкея, она подверглась влиянию этого злой мысли служанки Мантары. Она воспользовалась преимуществом свое положение любимой жены Махараджа Дашаратхи. И она хотела проконтролировать своего мужа. Махарадж Дашарат, он известен за свою правдивость. Есть известная поговорка в Рамайне. Они говорят: лучше я откажусь от жизни, чем совру. Такое было настроение этого великого царя Кшатрия, такого как Махараджа Дашаратха. Лучше умру, чем совру. А сейчас люди лучше умрут, чем правду скажут. Очень сложно, чтобы люди были правдивыми. Это Кали-юга. И Кайкея, она сказала своему мужу: ты должен дать мне эти два благословения. И Махарадж Дашаратха, он, конечно же, не хотел соглашаться с этим. Но Кайкея просто заставила его: ты не можешь солгать, ты пообещал мне, ты должен держать свое слово. В это время Бхарат и Шатрудна, они уехали, были в другом царстве. На самом деле, Бхарат, он никогда не соглашался быть царем. Он был очень предан Господу Раме.
Четыре брата, они очень любили друг друга, они сотрудничали с друг другом. Три младших брата все уважали, испытывали сильную любовь к Господу Рамачандре. И также они очень любили трех матерей, Кайкеи, Сумитру и Каушалию. Все они в равной степени любили их. Никто не думал, а это не моя мама. Все братья, они в равной степени любили, проявляли уважение ко всем матерям. И там была совершенная гармония, но каким-то образом из злых намерений служанки Мантары она смогла повлиять на царицу Кайкею. И ничто не могло изменить умонастроение Кайкеи. Она требовала, что Рам должен пойти в лес, а мой сын Бхарат должен стать царем. Господь Рама в какой-то момент его отец сказал ему: «Завтра я сделаю тебя царем». А в следующее мгновение он сказал: «Ты должен пойти в лес и жить там 14 лет, а Бхарат станет царем». И как же ответил Господь Рама? Он не был обеспокоен совсем. Он просто сказал своему отцу: «Мой другой отец, все, чего бы ты ни пожелал, я твой слуга. Я просто хочу исполнить твои наставления». Господь Рамачандра, он Марьяда Аватар, он показывает совершенное поведение. Что бы вы ни просили сделать, он делал это без вопросов. Он подчинялся приказам своего отца. Он был очень послушным. И он считал, что честь его отца необходимо сохранить. Но потому что если мой отец нарушит свое обещание, это будет очень плохо. Господь Рамачандра, он был примером во всех своих делах. И тут же он стал готовиться к тому, чтобы пойти в лес. И он сказал своей жене Сити, что он собирается идти в лес. И тогда Сита сказала: «Если собираешься в лес, я тоже пойду с тобой». Господь Рама сказал: «Нет, нет, ты не должна идти в лес, там будет очень трудно для тебя спать на земле и кушать дикие фрукты и ягоды». Джаланги, put it back. Yes. Сита сказала: «Нет, для меня вообще не проблема. Я тоже могу все это делать. Если ты можешь, то я тоже могу». «Ты же мой муж. Моя обязанность следовать за тобой».
Говорится, что даже если у вас нет сына, вы не должны оставлять мужа. Жена должна следовать за мужем. Таким образом, Сита убедила господа Рамачандру, что она тоже может пойти вместе с ним в лес. Когда Лакшман услышал, что Сита отправляется с Рамой в лес, Лакшман тоже пришел и сказал Раме, я тоже хочу пойти с тобой в лес. Господь Рама сказал, если ты пойдешь, то все в Айодхе захотят пойти, вся Айодха станет лесом, а лес станет как Айодхе. Мы не хотим, чтобы вся Айодхе стала джунглями. Ты должен остаться здесь, должен заботиться о матерях. Но Лакшман он настаивал, нет, с мамой все будет хорошо, Бхарат возвращается с Шатругной, они оба смогут позаботиться о матерях, нет никаких проблем. Он сказал, я просто хочу пойти с тобой, остаться с тобой. Так иначе Лакшман смог как-то убедить господа Рамачандру, что он пойдет вместе с ним. Господь Рамачандра сказал, ну хорошо, уходим в лес вместе со мной на 14 лет. Идите и оставьте все свои украшения, дорогие одежды, все это оставьте, пожертвуйте все это. Такова система. Хотите пойти в лес? Хотите отречься, должны отказаться от всех своих привязанностей. Не просто семье своей отдать. Людям, которые нуждаются, которые должным образом используют эти богатства. Некоторые люди едут жить во Вриндаван, и они живут с семьей, никогда не дают пожертвования браманам или пожертвования на какие-то духовные цели. Но Господь Рамачандра, он дал наставление Лакшману и Сите, возвращайтесь и отдайте все, пожертвуйте все великим мудрецам, браманам, отдайте тем, кто нуждается в этом. Рамайна описывает, был один браман, который был очень бедным. У него была жена, несколько детей, большая семья, и не было богатства. Он пришел к Господу Рамачандре, чтобы получить пожертвование. Господь Рамачандра дал ему палку и сказал, вот как далеко, насколько далеко ты бросишь палку, вот столько коров мы тебе и дадим, сколько помещается на этом промежутке, куда ты палку бросил. И браман, он взял палку и бросил, перебросил прямо через реку Сараю, которая находится в Айодхе. И покрыл такую огромную территорию. Господь Рамачандра, он очень обрадовался и дал этому браману много-много коров, которые заполнили всю эту территорию.
Господь Рамачандра, он не испытывал какой-то скорби или печали от того, что он идет в лес. Он очень хорошо контролировал, совершенным образом контролировал ум и чувства. Hare Krishna. Okay. Yes. I hope that will be okay. So Lord Ramachandra is. Господь Рамачандра, он совершенный пример во всем, что он делал, как он общается со всеми таким замечательным образом. Есть один принцип в учении Господа Рамачандры. Точно так же, как в учении Господа Кришны, основной принцип — это предание Кришне. Кришна говорит, откажись от всех материальных религий и предайся мне, я защищу тебя. Потом же образом Господь Рамачандра, он также давал наставление, что любой, кто хотя бы раз придет к нему и примет прибежище у него, он получит... Господь Рамачандра обещает, что я защищу их, я дам им прибежище. Даже если один раз человек придет обратиться к Господу Рамачандре, Господь Рамачандра говорит, я не откажусь от него, я избавлю его от всех грехов, от всех страхов. Это главный принцип, который проходил через все деяния Господа Рамачандры. Господь Рамачандра вместе с Ситой и Лакшманом приготовились, чтобы уйти в лес. Они надели одежду, сделанную из дерева. Да. Вы знаете, вот одежду делаем из хлопка или синтетики. Но если вы собираетесь жить в лесу и быть аскетом, то есть одежда, которая сделана из коры деревьев. И они дали такую одежду Сите. А Сита, наша принцесса, она росла во дворце, она даже не знала, как носить эту одежду. Им пришлось показать, как одеть это платье на себя, как носить эту вообще одежду. Все люди в Айодхе, их сердца разбились, когда они увидели, что это эти три святые личности, одетые в одежды из коры деревьев, уходят из Айодхи и идут в лес. Все люди Айодхи, они хотели пойти вместе с Господом Рамачандрой. Они так любили сильно Господа Рамачандру. Говорится, когда Господь Рамачандра уходил из этого мира, в то время все люди Айодхи, они также ушли вместе с ним. Все они вернулись домой, назад к Богу, все вместе.
Точно так же, как люди во Вриндаване, они были настолько преданы Господу Кришне. Люди Айодхи, они также были преданы Господу Рамачандре. Все они были его вечными спутниками. Есть описание, один браман, который каждый день, прежде чем он принимал еду, он приходил и смотрел на Господа Рамачандру и предлагал свои поклоны ему. И не видя Господа Рамачандру, он не ел. Если не видел Господа Рамачандру, он не ел. И иногда так случалось, что Господь Рамачандра уходил, путешествовал вне царства и несколько дней не возвращался. В то время тот браман, он приходил, если он не видел Господа Раму, он постился весь день, а потом и несколько дней. Когда Господь Рамачандра услышал об этом, Господь Рамачандра, он пожалел этого брамана и подарил этому браману свое собственное божество. Он сказал этому браману: «Каждый день ты можешь просто предлагать поклоны мне в форме этого божества». Это божество все еще, ему все еще поклоняется в Удупе. На некоторое время это божество находилось в Джаганатхапуре. Но этому божеству поклоняются уже многие тысячи лет. Когда мы были в Ситамари, они нас привели в одно место, они сказали, что здесь нашли божество Господа Рамачандры 400 лет назад. В 1599 году они нашли это божество, и они установили поклонение Господу Рамачандре, и они поняли, что это то самое место, где поклонялись Господу Рамачандре. Точно так же очень много божеств Господа Рамачандры, которые очень-очень древние, которым тысячи-тысячи лет. Господь Рамачандра вместе с Лакшманом и Ситой отправились в лес, чтобы жить там 14 лет. И несколько лет они были очень счастливы. Они наслаждались красотой леса. Конечно, когда они отправились в лес, они подготовили себя. Они не пошли безоружные. Они взяли свое собственное оружие, чтобы защищать себя. Они взяли луки и стрелы. Если была какая-то опасность, они были готовы к этому. Но несколько лет не было никаких проблем. Проблем они жили очень мирно, наслаждались красотами природы. Но так случилось. Шурпанака проходила мимо. Шурпанака — сестра Раваны.
Она ракшаси. Она женщина, кушающая плоть. Она обладала мистическими силами. Она, благодаря своей силе, превратилась в прекрасную женщину молодую и приблизилась к Господу Рамачандре и попросила Господа Рамачандру: «Знаешь, ты должен удовлетворять мои материальные желания». Господь Рамачандра, он объяснил: «А зачем? У меня жена есть. Может, тебе пойти к моему брату? Знаешь, можешь к нему обратиться». Шурпанака отправилась к Лакшману, пыталась побеседовать с Лакшманом, но он вообще не был заинтересован. Это, конечно, против культуры кшатриев, потому что кшатрии должны удовлетворять всех женщин, которые бы к ним не обращались. Это обязанность кшатрии. Он может принять больше, чем одну жену. Если женщина подходит к кшатрию, и мужчина к кшатрию, он обязан удовлетворить ее и подарить ей ребенка, которого она хочет. Но Господь Рамачандра, поняв, что это злобная женщина, я не хочу вообще с ней связываться. Но когда она увидела Ситу, она очень сильно заревновала к Сите, и она стала нападать на Ситу. Когда она напала на Ситу, Господь Рамачандра, он предпринял действия против нее. Он просто отрезал ей нос. Господь Рамачандра, он отрезал нос Шурпанаки. И Шурпанака, она заплакала и побежала к своему брату Раване жаловаться. Равана сильно это всерьез не принял. Он сказал Шурпанаке. Тогда Шурпанака, она стала рассказывать Раване о красоте Ситы. А Равана, он сильно очень любил красивых женщин. Это вот структура демоничного умонастроения. Они всегда беспокоятся о женщинах и деньгах. Равана, на него было наложено проклятие. Раньше он изнасиловал жену одного полубога. И полубоги, они не были столь могущественны, чтобы противодействовать Раване. Но они прокляли его. И проклятие было, что если он когда-нибудь будет насильно склонять женщину к сексу, то тогда он умрет. Равана, он знал об этом проклятии. Но все равно он привлекся Ситой. Он услышал, что она была самой прекрасной женщиной на планете. И он подумал, что он должен захватить ее и устроить ее у себя. Таким образом, Равана, он захотел похитить Ситу.
В Чайтанья Чаритамрите есть описание, когда Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии, он встретил одного брахмана, который скорбел о том, как мать Ситу похитил Равана. Так случилось, что после того, как Господь Чайтанья встретил этого брахмана, позже Господь Чайтанья нашел одно писание, в котором описывалось, что мать Сита, ее никогда не касался Равана. Равана он украл ложную Ситу, поддельную Ситу. Истинная Сита, она была замещена Майя Ситой. Равана, он схватил Майя Ситу. Мать Сита — это чистая богиня процветания, поэтому демон Равана никогда не мог даже коснуться ее. Когда Господь Чайтанья нашел это писание, он принес этому брахману и сказал этому брахману, и этот брахман, он был очень-очень счастлив услышать об этом. Но обычные люди, они сбиты с толку, они думают, что мать Ситу украл Равана. И так случилось. После того, как ссылка Господа Рамы закончилась, и он вернулся, он доказал верность матушки Ситы, проведя испытание, когда она прошла через огонь. Она прошла через огонь, и мать Сита сгорела в огне, и из огня вышла настоящая мать Сита. Когда Господь Рамачандра вернулся в Айодхи, он стал царем, править царством, и он всегда беспокоился о том, что люди думают о нем. И он всегда шпионил за людьми в своем царстве, чтобы знать, что люди говорят о нем. Он хотел знать, какая критика есть. И обычно никто не критиковал, но однажды, что один посланник, он сказал, что кое-что неблагоприятное происходит. Один посланник рассказал, что один парикмахер спорил со своей женой, что его жена, она нецеломудренная, и что она ушла с другим мужчиной. Через некоторое время она вернулась к своему мужу. И муж сказал своей жене: Господь Рама смог принять свою жену после того, как она пробыла с другим мужчиной, но я тебя не смогу принять. И этот посланник сказал эти слова Господу Рамачандре. Когда Господь Рамачандра услышал, он подумал: есть сомнения насчет моего положения как мужа и также положения моей жены Ситы. И он подумал: пусть Сита поедет и будет жить в ашраме в Вальмаке. Он попросил Лакшмана: возьми Ситу и оставь ее в ашраме Вальмаки. В то время мать Сита, она была беременна,
В ее чреве находились младенцы, близнецы. Позже она родила, дала рождение двум мальчикам-близнецам Лави и Куши. После того, как она родила детей, она дала их под заботу Валмики, и сама вернулась обратно в землю. Она родилась из земли. Она не родилась, как обычные люди, из лона. Она родилась из земли. Она появилась из земли. Когда она возвращалась, она также вернулась обратно в землю. Когда Господь Рамачандра получил новости, что его жена покинула этот мир, его сердце просто разбилось. Но дал обет, что у него будет только одна жена. Обычно мы говорим, вот у Махараджа Дашарат, у него было много жен. У Господа Кришны было много жен. Но Господь Рамачандра, его клятва была Экапатнивратта, только одна жена. Хотя он был царем кшатрием, у него могло быть много жен, он больше жен никаких не принимал. И когда он был царем, он правил царством тысячи лет. Он должен был совершать множество ритуалов, и без жены. Это очень сложно, поэтому у него было божество Матери Ситы, которая находилась с ним рядом на жертвоприношениях. Таким образом, Господь Рама, он мог исполнять свои обязанности царя. Это было в Трета-югу. Он жил много тысяч лет, правил миром, мне кажется, 26 тысяч лет. Потом вернулся в духовный мир. После того, как он убил всех демонов, особенно этого демона Равану, Господь Рамачандра, он исполнил свою миссию прихода в этот мир. И мы можем видеть, что мать Сита, ее явление также было необходимым для того, чтобы Господь Рамачандра пошел за Раваной и смог убить его. Господь Рамачандра, он вечно живет в духовном мире вместе со своей супругой, матушкой Ситой. В духовном мире также есть Айодья, преданные Господа Рамачандры, они живут там. Но Хануман, он не пошел туда. Он остался в месте, которое называется Кимпурушалока, которое является одним из регионов горы Меру, Бумандалы. Говорится, что Хануман появляется там, где говорят о Господе Раме. Таков Хануман. Хотя все преданные отправились домой назад к Богу вместе с Рамачандрой, Хануман остался. Он не вернулся домой к Богу, он остался в этом мире. Рамачандра
Да, он всегда воспевает славу Господа Рамы. И где бы ни проходила Рамкатха, он там. Он любит слушать. Харе Кришна. Есть ли вопросы? Маричи Прабу. Харе Кришна. Слышите? Да? Марач, спасибо за вашу лекцию. У меня вопрос. О жизни Господа Рамачандры как царя. Его лилы такие сладкие, его жизнь такая совершенная. Но есть одна лила, которую вы упомянули. Что его беременная жена Сита Деви. Ее отправили в ашрам Валмики Муни из-за слухов. Кто-то там сказал то, что вы вот говорили. Не знаю, согласятся все или нет, что муж отправил беременную жену. Она родила, и потом планету оставила. Вот эта часть истории, это то, чего я вообще понять не могу. Если возможно, такой муж, как особенно Господь Рамачандра, как он отпустил Ситу в ашрам, не захотел жить вместе. Так или иначе, можете немножко на эту тему. This is often something which comes up, which is difficult for people to accept. Часто происходит так, что некоторые вещи люди не могут сложно принять. Прежде всего, мы должны понять, что Господь Рамачандра, он пришел, чтобы показать нам, как совершать обязанности совершенного царя. Он не пришел, чтобы показать, как быть идеальным мужем или совершенным отцом. Нет, его обязанность была показать совершенного царя. И как царь, он должен был показывать совершенный пример всему царству. Он должен был устранить все сомнения, все, что было неблагоприятным. И поскольку была тень сомнения из-за вот таких вот неблагочестивых людей, Господь Рамачандра, он должен был принять меры. Он считал, что не должно быть вообще никаких сомнений о поведении правителя, в поведении правителя. Поэтому мать Сита отправилась в ашрам Вальмики. Таким образом, было так устроено, что мать Сита и Господь Рамачандра, они были разлучены на некоторое время, но потом снова произошла их встреча, их объединение в духовном мире. Разлука, которую они почувствовали, она привела к их встрече в духовном мире. Мать Сита почувствовала разлуку. Мать Сита чувствовала разлуку со своим мужем, точно так же Господь Рамачандра чувствовал разлуку с матушкой Ситой. Господь Рамачандра так сильно любил свою жену Ситу, что он лично вырезал божество матушки Ситы.
Но эта разлука, она привела к встрече позже. В Навадвипа Махатме описывается, как Господь Рамачандра приходил сюда в Трета-югу, приходил в Навадвипу вместе с Ситой и с Лакшманом. Они приходили в Навадвипу. Они были в месте, которое называется Мода-Дума-Двип. И они наслаждались красотами леса и природы. Господь Рамачандра, он смотрел и улыбался. Матушка Сита, она посмотрела на своего мужа и спросила его: «А что ты улыбаешься?» Господь Рамачандра, он объяснил ей: «Знаешь, я думаю о том, что в Кали-югу я приду сюда, а ты тоже придешь, как моя жена, и я приму саньясу». И мать Сита, она посмотрела, говорит: «Ты что, ты улыбаешься? Ты собираешься саньясу принять и оставить меня?» Господь Рамачандра, он объяснил, он говорит: «Да, потому что благодаря этой разлуке снова мы позже встретимся и получим больше наслаждения от этой встречи». Все время быть вместе, через некоторое время начинаете уже больше перестать ценить друг друга. Но через какое-то время разлуки вы снова начинаете думать, когда же снова он же вернется или когда она вернется. Таким образом, разлука приводит к большему наслаждению во время встречи. И так было все устроено, что Господь Рамачандра отправил мать Ситу в ашрам Вальмики. И мать Сита, она вернулась обратно в землю, а два сына остались в ашраме Вальмики, который присматривал за ними. Люди думают: «Ой, Рамачандра такой жестокий, как он мог сделать это, как он мог отправить свою жену, еще и беременную». Но они не понимают, как Господь Рамачандра, что он как царь должен был показывать пример править. Он должен был показывать людям идеальный, совершенный пример. А не просто какой-то пример привязанного мужа. Он хотел показать пример совершенного правителя. Хорошо? Да? Майтири. Вопрос на китайском. Спасибо.
Спасибо, дорогой Гуру Махарадж, за вашу прекрасную лекцию. Если в этой истории вы упомянули, что Господь Рамачандра, он верховная личность Бога, он идеальный муж, и Сита Деви, она богиня процветания, а она идеальная жена. Но в наши дни, особенно в Кали-Югу, все меняется, все загрязняется. И муж и жена, они уже не действуют по шастрам друг с другом. Если одна сторона не ведет себя по шастрам, как нам себя вести, как сбалансировать эти взаимоотношения с ним или с ней? Ну, в Кали-Югу, как вы сказали, совершенно другая ситуация. Обычно жена должна быть терпимой к тому, что ее муж делает неправильно. И благодаря ее целомудрию, правдивости, служению своему мужу, постепенно муж, он тоже начинает себя хорошо вести. Муж. Если муж не религиозен, то нет причин жене быть нерелигиозной. Я слышал, одна пара говорила: ой, вот муж, он налево ходит, и жена тоже тогда может это делать. Так не должно быть. Это нехорошая ситуация. Наоборот, если одна из сторон придерживается религиозных принципов, тогда есть надежда, что другая сторона образумится. Если они не будут меняться, то есть возможность оставить эти взаимоотношения. Можно стать вдовой, но не очень хочется быть вдовой. Лучше терпеть и ждать, пока муж изменится. Я слышала от одного гуру, он делился причина, по которой Кришну, Ситу похитил Равана. Это из-за того, что она оскорбила Лакшмана. Прокомментируйте, пожалуйста, это. Когда она попросила Лакшмана идти поискать Раму, Лакшман отказался. И Сита пыталась убедить его: нет, ты должен пойти, найти Раму, он в опасности. И она сказала, она очень грубые слова Лакшману сказала: ты хочешь остаться здесь, чтобы наслаждаться мной, поэтому не хочешь идти. И таким образом она нанесла оскорбление Лакшману. Поэтому и Равана смог похитить ее. Как можете это прокомментировать? Вы можете, это хорошее объяснение из-за ее оскорблений или критики Лакшмана. Но в то же самое время вы должны понять, мать Сита, она не попадает под законы кармы. Она вечная энергия Господа.
она не получает кармические реакции. Что случилось, это из-за Лила Шакти, из-за энергии Лилы. Мать Сита, она должна была быть похищена Раваной, потому что Рамачандра должен был отправиться и убить Равану. Все это было частью игры, частью Лилы. Мы не можем думать, что мать Сита из-за законов природы это произошло с ним. Для Господа Рамачандры и его вечной энергии нет никакого вопроса о законах кармы. Что бы они ни делали, все это трансцендентно. Все это было для того, чтобы Господь отправился на Ланку и убил Равану. Хорошо. Сейчас немножко киртан попоем, 10 минут, а потом прасад. Харе Кришна. Харе Кришна.